Всем привет, друзья! Вы на канале Блог Владивосток. Сегодня 28 января 2021 года, и во Владивостоке очередной апокалипсис, катаклизм снежный. Вот снега выпало практически по колено, вот здесь намело уже. Огромные сугробы. Сейчас выйду, сниму, что-то творится. Вышел за дом, вот здесь вот мои ноги. По колено снега. Сейчас зайдем, посмотрим, сколько тут намело. Вот здесь под окошком прям, наверное, по пояс. Сейчас я даже пройду здесь. Вот я стою. Вот мой пояс, а вот снег. Посмотрим, вот прибери меня, должен быть золотой мост. Но его не видно. И снег продолжается, даже не думает останавливаться. Снизу вон ДТП, машины не могут подняться. А это подъем на фуникулер. Полиция, ДПС стоит, разруливает, пытается помочь после ДТП ребятам. Снизу гальмуют машины. Золотой мост не видно, практически вообще ничего не видно. Пойдемте посмотрим в сторону площади. В сторону площади тоже ничего не видно. Просто снежная завеса. Снега сегодня выпадет еще больше. Завтра, наверное, будет коллапс. Вот так вот, друзья, что творится во Владивостоке 28 января 2021 года. Коллапс за коллапсом. То снежный, то ледяной дождь, то снежные накаты, наносы. В общем, погода дает о себе знать. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Увидимся в новых видео.